ты еще не подписался на телеграм-канал, тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Донали, и сегодня мы будем смотреть с вами демку одной игрушки из Steam The Range of Rivershine. Вот буквально она вот вышла, демка, коротенькая, и мы сегодня будем ее смотреть вместе с вами. Ну а также с Каролиной. Так, все, я начинаю. А, тут ячейки сохранения есть? Угу. Ой, слушай, красиво. Ну, прикольно, говорю, но тело мне не нравится, то, что только два выбора, либо мужское, либо женское, и типа, а дальше не можешь разницу тел выбрать. Ну, это демка. Ну, это да, ну, ничего страшного. О, скины красивые. Ну, у меня самый светлый скин. Я тебе твои отправлю. Фиолетовые глазки. Наверное, карие. Хэрста. Ой, а волосы тоже ничего так. Как нейм. Тут еще брови. Я брови пропустила. А где брови? А, ниже цвета глаз. О, вот эти вот самые густые, наверное. Ну да, по сути, ты создала свою Каролинку. Ну да, только. А, сейчас я брови я немножко поменяла, вот и все. И все, и получается, называем мы ее Каролина. Блин. Я, наверное, косички сделала, потому что если у меня. Не. Да блин, мне вот это подходит. Ну, будет у нас почти одинаковый персонаж. Все по цвету, по цвету. Оттенки приятные, мне нравятся. Так. Кофточки. Хочу зеленую. Комбинезон! Классный комбинезон. Комбез. Бутс. А бутс только черный и коричневый. А, наверное, вот так вот. Ну, так интересно. Ой, как классно! Ой, как классно-то! Мне нравится. А куда? А, вот стрелочка на земле. Вот стрелочка на земле — это хорошо. Класс. Ну-ка. Женщина. Ну-ка. Сейчас будем все переводить. Так. Ну, я буду дословный короткий перевод. В общем, нас очень рады. Каролина, здесь я так рада вас видеть. Пожалуйста, позвоните мне, то ли тепло поприветствовать. А, позвольте вас приветствовать. Ага. Давай, ты будешь моим переводчиком. А чё, как перелистывать, не поняла. Там стрелочка в этом, в окошке. Ага. Сейчас. Ну, во всяком случае, все, кто остался. Последние несколько лет были. Типа. Ты умеешь дословно переводить текст? Я вообще-то фоткаю, мне переводит. Ну, я имею в виду, ты читаешь перевод, который тебя переводит, а вот дословно не. Однако теперь, когда вы здесь, и у нас есть наш собственный чемпион, который снова будет представлять наши ранчо, я уверена, что лучшие дни впереди. Отлично. Дословно же перевожу. Да. Слава богу. Давай дальше. Ну, сейчас оно просто у меня и это... Думает. Не думает, а типа пишет текст, я же сразу не могу сфоткать. К счастью, договорилась с торговцами лошадьми об участии в торжественном открытии аукционного дома сегодня. Хотя в настоящее время у нас не так много доступных лошадей, я уверена, что смогу предложить вам большее разнообразие в будущем. Так. Наверное, сейчас за лошади поедем, это слово. Это ты вышла из окошка? Когда я вам каждую лошадь, вы можете либо пройти мимо, либо сделать на нее ставку. О, сейчас будем либо ставку делать, либо мимо проходить, когда будет представить лошадь.
Так, и сейчас вот последненькое. Это у нас, если вы видите лошадь, которая привлекает ваше внимание, обязательно сделайте ставку на нее. Возможно, потребуется несколько раундов, чтобы выиграть ее. Но не волнуйтесь, если ты действительно хочешь эту лошадь, типа. Ну-ка, она у тебя будет сейчас. Я уверена, что вы сможете его получить, да. Мне нравится рисовка персонажей вот именно во время разговора. Приятный стиль. Так. Не беспокойтесь слишком сильно и об их названиях. Вы можете изменить это позже. А, типа, имя можем поменять, если что. Так, куда нам бежать? Погоди, а все остальное, часть текста, то, что нужно повышать, как бы, прокачивать скилл своей лошади, такие как прыжки, скорость, управление. И мне фотку, у меня перелистнулась. Да, господи, да ладно, там и так все понятно. Короче, качать лошадь надо. Ну да, ну и... Всё, так, развивать потенциал, планы лошадь, скиллс. Так, не переживайте, увидимся позже. Что-то как-то ты переводишь все кусками, ты что, пролистываешь все? Нет, я все перевела, кроме предпоследнего. Я устала щелкать. Так. Ага. Так, лошадка. О, look at this one. О, посмотрите на эту лошадку. Там, кстати, за окно лошади в загоне гуляют. Так. А как лошадь пропустить, если не нравится? Пас. А где пас? А, пас. Не фас, а пас. Ой, красивый. Но он гнидой. Они все одинаковые, они мне надоели. Пас. А почему я деньги трачу и при этом пас? Ты не тратишь, эта цена растет. А, какая лошадь красивая. О, блин. Вот это стрёмная пастота. О, потенциал хороший. Ёлки. Ну, я, наверное, чисто ради демки. Нет, 50% потенциала, я, пожалуй, ее возьму. Так, погоди, вот сейчас выходит за... Все? Не нравится. Я купила лошадь. А я еще никого не купила. Так, ну ладно, я не буду переводить. Так, я рекомендую 3600. Посетить тренера. И узнать информацию. За 4, ну блин, так страшно мне. Ой, лошадка сразу появляется здесь. А что? А, господи, это памятник. Я думаю, что за лошадь такая красивая стоит? А это памятник. Он блестит? Что? Wild Sprout стоит лукс. 3200 нить. Аукцион. Мне очень нравится. Есть цвета у коней какие-нибудь другие, кроме рыжих, гнедых. Опа, за 3500 идет. Не хочу. Так, я не знаю, как тут шагать. За 4200. О, нифига себе, у тебя там цены зашкаливают. Я взяла свою, она 3400 стоила, я за 3500, как бы... Я не могу, мне не нравится масть, я хочу классную лошадь. Господи, позитива. Мне очень все нравится, все, я буду эту игру покупать однозначно. Так. Рад тебя видеть. Это же онлайн игра? Я думаю, что нет. Я не помню. Так. И что теперь? О, за 400 идет. Ух, как. А, потенциал херня. А что а, надо ой. На что внимание обращать? Я не знаю, что я делаю. Можно какую-нибудь беленькую, там, вороную какую-нибудь, там, сикулядную, шикарную. Так, press left alt. О, нет. Это у нас уже было.
Ага, ой, на букву R это информация. Как мне лошадь отпустить? Я потерялась. Как мне тебя отпустить? Эх, это звать, если что. А, во, нужно, короче, нажать на лошадь, держать левую кнопку мыши, и тогда вместо того, чтобы вести ее за чомбур, появится кнопка сесть. Так, левый альт. Блин, я все не выберу лошадь. Мне кажется, Или... нет. Ну, мне не нравится то, что однотипные масти идут. Ой, тут прыжки с зонами. Ну, мол, когда подъезжаешь, там красным, желтым, зеленым подсвечивается. Ой, куда? 3500. Ладно, идем дальше. Ой, ой. Ой. Ой, неудобно-то как. Ой, как неудобно. В общем, может быть, это в настройках можно будет исправить, но пока что управление лошадью мышкой, то есть поворот именно, не кнопками, И... А, а... она ж на телефон играет. И она будет потом Нет, доступна в этом... есть повороты, но я пока не понимаю, как они... Где... А, нет, это не то, это... Ой, красиво такая. Это камера. Ай. Так, мне нужно чувствительность мыши как-то повысить. Дайте мне лошадь. Мне сейчас чувствительность мыши не повысить никак. Эти, Я не эти. могу взять лошадь, какую хочу. Тут конюшня общая, конюшня этого города, Town Stable. Это что, можно лошадей других покупать? Не знаю, ну, нет, но покупать ты так и так сможешь, ты тут разводить потом сможешь. Ладно, тогда вообще класс. Ага. Просто так прыгать здесь через забор нельзя будет. Раздражают эти масти стрёмные. Еще есть. У тебя какая лошадь? Я купила, ну, я бы такую масть не купила, но так как это демо, решила взять из-за потенциала. У меня рыжая с одним гольфиком на передней ножке. Я такие не Не, люблю. рыжая, может, я думаю, взять рыжую с двумя гольфиками. Ой, какие тут масти существуют. Вот в конюшне города стоят две лошадки еще, очень красиво. Еще по лесу. Там будем смотреть на потенциал. А, нет, как-то тут маунт, дизмаунт по-разному смотрится. Точнее, переключается. Мне нравится, что можно отодвигать мышкой. Но немножко непривычно положение камеры. А так супер. Локации красивые. Пока куда мне? Это тут курочки ходят. Ага. Почему красивые лошади с маленьким потенциалом? Не знаю. Тут автоматические двери открываются. Класс. Welcome. Так. Так. Ага. 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 Я надеюсь, потом будет русский перевод. Нет. Ну что ты меня расстраиваешь? Если у нас убрали донат, то про какие переводы может идти Тут речь? овечки еще, и мостик, и ой, красота-то какая. И стамина у коня есть. Да подожди, Даш, я еще лошадь не могу выбрать. Серьезно? Ой, Да. куда? О, я в Ладно, другую сейчас я... локацию попала. Блин. Сейчас я...
Сейчас потенциал будет какой-нибудь прикольный. Давай, иди отсюда. Катя, тут... Я молчу. Но тут красиво. Что? Не скажу, я молчу. Тут очень много всего. Нет, я не могу. Я вначале все посмотрю сама, а потом уже пойду заданьки делать. Боже, Катя, тут... Они завтра... Чё? Чё, бочка, плацы, пастбище несколько, этот манеж крытый. Плац. Но это будет онлайн игра, я тебе отвечаю. Разве? Надо почитать, я просто не читала про эту игру ничего. Поэтому я не могу сказать, я не изучала ее. Я ее просто один раз увидела. Кади, а как это покупать? Ставку ставишь, да? Да. А ты какую, самую большую поставила? Нет, я поставила, по-моему, середину. Но мне кажется, без разницы, так как это твоя первая лошадь. О, все, я купил. Очень красив. Я еле ее выбрала, женщина. Это моя конюшня? Такая маленькая. На открытой арене. Так. Ага. Карта, пожалуйста, пусть карта и останется в таком милом, таком простом стиле. Мне все нравится, меня все устраивает. Квесты, инвентарь. Блять, как ты на него сел? По-моему, вначале тебе в принципе на него сесть не дают, кроме как вести, наверное. Попробуй нажать левой кнопкой мыши. И держать левую кнопку мыши и там... Куда ты его вела? Куда стрелочку указывает? А, надо было нажать на рядом с лошадью. О! Ух ты! Так. А тут что? Так. А, тут даже так, тут не один вид корма, а ты ему накладываешь трава, потом злаки, видимо, вкусняшку. Как? А, е. О, боже мой, ностальгия по моим 7 лет, которые были почти 20 лет назад. Офигеть, 20 лет назад я обожала играть в такие игрушки. Я не люблю Вестер. А почему тут Вестерн? Ну, тут она что-то в этом, в ветринском седле. Нашла, к чему придираться. А как прыгать? Слушай, ну прям... Погоди, а что надо делать дальше? Ехать по стрелочке. А, тут разные седла будут. А, Сэнто... Я не могу выйти. Чё? Ой! А куда... Где мой конь-то? А где конь? Ладно, а... Коня куда-то дели. Может, на пастбище куда-то? Так, визит your new home. Посети свой новый дом. Там можно спать. Нет, это, думаю, офлайн. Тут спать можно. Чтобы день пропускать. Шкаф тут. Ой, как классно-то. Слип. Опа. Сейчас вторник. Я сейчас буду прыгать. Я уже... Так. Ну, солнышко прям встает, сутки, тут прям сутки показывается. Так, а где мой конь-то? Ну, в конюшне? А где мой конь? Или я не туда нажала, и коня теперь нет. Где конь-то?
Ой, а конь-то просто так тут гуляет, оказывается. Вот это. Это пастбище, оказывается. Однозначно, дорогие друзья, я буду покупать эту игру, как только она выйдет в Стиме. Мне она очень понравилась, пусть она такой и остается. Графика, анимация, лошади, персонаж мне очень зашел. Карта. Вы посмотрите на эту милую карту. Что еще для счастья надо? В будущем еще я потом изучу разведение. Как что, аукционы. Посмотрю обязательно прям все-все-все, коней и все. И... Ой, ребят, это очень классно. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если хотите, чтобы я выложила продолжение данной демки, потому что мы уже 20 минут тут копаемся, все это смотрим, даже пролистывая диалоги, вот, то обязательно пишите и ставьте лайки под этим видео, и я выложу продолжение. Ну, а на этом все, и я с вами прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, и до встречи в следующем видео. Ой, я теперь буду ждать выхода данной игрушки.